18+. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Аверзиной Светланой Викторовной, либо касается деятельности иностранного агента Каверзиной Светланой Викторовной. Моя избирательница Лидия попросила помочь в одном деле. Она собирает часто грибы и в прошлом году обнаружила большую свалку за селом Ленинским, это там, где она всегда собирала грибы. А в этом году свалка стала еще больше. И мы поехали посмотреть, что тут творится. Село Ленинское – это почти на границе с городом Новосибирск. Подъезжаем, тут идет дым. Тут выкорчены деревья, как я понимаю, прямо здесь выкорчены. Есть бытовой мусор, он в мешках, похоже, с какого-то, то ли субботника, то ли откуда. Есть строительный мусор. То есть свозили, похоже, не один день. И это все горит. Медленно, печально, но горит. Все затянуто дымом. Запах отвратительный. Ну вот смотрите, друзья, в пятницу вот этого еще не было. Вот этих опилок не было, кто-то сюда привез. Вот этих шин не было. Шины вообще нельзя скидывать в мусор. Они принимаются только платно и только в переработку. Ну, то есть, здесь был прекрасный лес. Сюда ходили люди за грибами. Тут было очень много грибов. Лес спилили, теперь тут все заваливает мусором. Выкопали ров, закидывают мусор сюда. Его же сжигают. Возможно, это специально для сжигания. Вон там открытый огонь. Это он еще не подошел к тем опилкам, которые привезли с пятницы. Сейчас мы будем вызывать пожарных. Добрый день. Примите, пожалуйста, информацию. Дорога от улицы Софийской, это Советский район, к Вертуле. Здесь в полях огромная несанкционированная свалка, и она горит. Открытый огонь. Если посмотреть, какой мусор на этой свалке, можно понять, что тут в основном строительный мусор, крупногабаритный мусор и деревья, стволы сюда привозят. Ну, понятно, что эта проблема, наверное, системная, потому что как у нас плохо вывозится крупногабаритный мусор, мы все знаем. Бывает, что неделями не вывозят, и, видать, где-то люди просто заказывают газельки, чтобы вывезти вот в лесок, так скажем. А строительный мусор у нас не принимают на мусорные полигоны, поэтому их тоже вывозят в лески. На самом деле таких свалок, я думаю, десятки вокруг Новосибирска. Ими никто не занимается. Я очень сильно подозреваю, что и тушить ее не приедут, эту свалку. Но надо понимать, что проблема эта системная, и ее все равно придется решать, потому что рано или поздно этот мусор придет прямо к нам.